Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй. Ну что, ребят, давайте продолжать с вами проходить Tower Conquest. Я немножечко подождал, накопил, правда, всего 2 энергии. Но, думаю, немножко мы с вами на этом продержимся. Ну, а если мы получим сейчас уровень, соответственно, у нас восстановится полностью вся энергия. Приступаем. Так, ну что, здесь у нас ничего такого особого нету. Зомбари, банши, взрыватель. Поехали. Так, увеличиваем сразу же ману себе, как можно больше, хотя бы до 150. И приступаем клепать наших рыцарей. Теперь пила. Так, ну они здесь ватные. А, вот это плохо, что зомбарь пришел, нанес мне много урона. Ну, он из-за этого и поплатился своей жизнью. Так, лучник, давай, расстреливай, молодец. Монетка. Пила выходит. У меня фаербол накопился. Сейчас мы его применим. Давайте здесь. Вот так. Замечательно. Что, все, мы подошли к его замку. И думаю, что сейчас будем потихонечку разбирать. Ничего трудного в этой миссии нет. Ну как же так, а? Ну вот как вот меня раздражает этот зомби, который заходит в кучу и уничтожает все мои отряды. Ну все, я вызвал ламбала, сейчас он ему устроит здесь. Да, устроил, он даже не дошел. Ну, для нас это лучше даже. О, мы получили с вами уровень 7. И, естественно, энергия у нас заполнилась полностью. Так что мы еще повоюем, дорогие мои старики. Как в песне, да? Давайте проапаем свои юниты. Отличненько, просто замечательно. Замок тоже апнем. И думаю, пора переходить к следующей волне. Хочется как можно быстрее пройти эту локу и посмотреть, что там нас ждет дальше. На каком-то кладбище мы воюем, да? Смотрите, задний фон. Ну, для нежити это присуще. Для нас, конечно же, нет. Мы с вами кто? О, тихо, это что такое? О, какого ты... С какого ты перепуга перепрыгнул мой юнит, а? Кто ты такой, оборотень? Ну, тогда умри, оборотень. Так, это новый юнит, которого ранее не было. Я, по крайней мере, его не видел. Так, опять этот ленивец мертвый вылез. Все, я понял. У этого оборотня способность перепрыгивать через первый отряд моих войск. Будем это, ну, как бы знать. Все, мы добрались до замка и... Хорош, хорош, завязывай. Ого! А атака-то у него нехилая. Он всех лучников моих положил. Так дело не пойдет. На, получи. Монеткой не уйдешь. Так, ленивец, сдохни, а. Долговязый. Блин, опять этот перешагнул. Перепрыгнул. Ну хорошо, хоть один раз он это делает. Потом он далее идет пешочком, где его и поджидала смерть. Ленивец отдыхает. Ну все, ребята, замок... подбит. Замечательно. И мы переходим с вами к заключительной миссии этого уровня. Надеюсь, там не будет босса. Глянем. Опа, на это еще кто такой? Надеюсь, этот малый не будет мощным. Давайте прокачаем магию, как обычно. Ну и что же, приступаем с рыцарей. Рыцарь, пила. Это наше все пока. Ой, я что-то не посмотрел. Будут в этом уровне эти, как, оборотни или нет? Вроде бы нет. Так, зомби, иди отсюда, а? Только мешаешься. Ну, фаербол я на этого тратить не буду, однозначно. Он этого не достоин. Ах ты, елки-палки. На.
И куда ж ты выстрелил-то? Мимо все было сделано. Давайте, давайте этого оборотня уничтожаем. И продвигаемся. Пока он не вызвал своего босса. Во-во-во-во, вот он. Явился. Ничего себе он кромсает. Давайте к своего вызовем. Так, оборотни. Зомбари. Вся прелесть. Да, босса мы разобрали. Довольно причем легко. Я думал, он будет намного сильнее. Ну что ж, чему быть, тому не миновать. И я думаю, что мой паренек дойдет до замка и просто его снесет сейчас. С удар с двух максимум. Бабах, и все. Нет, и все. Ну а теперь все. Ну, довольно легко, довольно просто. Никакого буквально сопротивления. Я думал, что будет все сложнее. Так, сундук мертвеца. И дают нам 9 зомбарей, 5 банши и денег. И мы переходим с вами на локацию роботов. Так, замечательно, получили ревард. Что у нас в армии мы можем сделать? Так, открыть банши. Я даже не знаю, стоит ли вообще прокачивать. Не будем прокачивать, ребят. Давайте посмотрим, что тут еще есть у нас. Так, звездочки, 10. Опа-на, мы открыли себе бишопа. Жаль, что нету у нас карт для него. Ну, давайте посмотрим следующую. Тут тоже 10. И здесь 10. Так, какой-то новый робот. В джунглях тоже. Ой, в Jade Empire. Непонятно, какой-то крестьянин. И... А вот этих ребят я вообще еще не видел. Даже не представляю, что они делают. Открыли мне замок мертвецов. Давайте вскроем зомбаря. Нет, мы не будем его, наверное, прокачивать, потому что я пока ими не пользуюсь. Меня, в принципе, устраивает моя армия, и я, наверное, также ей буду продолжать играть. Усилять никого не могу. Давайте приступим. Ого, 7-й уровень, какой-то новый юнит появился у них, у роботов. Непонятно, какая-то пушка или что-то типа того. Сейчас мы ее увидим и заценим. Так, ну это понятно, это щитовики, которые... Ага, а вот и новый юнит, что он делает? Что-то он куда-то отлетает. Он стреляет или что? Я ж не пойму. Или он пытается в меня попасть, но почему-то отлетает сам. Забавный какой-то. Тихо, 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 карточка нужна мне. Ураган. Опа, нормально. Полежите, отдохните все маленько. Так, монетки, манна. Ну, я, честно говоря, не... Ого. Вот теперь я понял. Видимо, у него не всегда срабатывает этот выстрел, как вы только что заметили, лазерный. Но если он срабатывает, падают все, кто попадается на пути у этого лазера. Поэтому такой рандомный довольно-таки юнит. Ничего сложного в нем нет, тихо. Ага. Сердечко у нас это... Мы вражеских юнитов на какое-то время, на коротенькое, берем под свою опеку, так сказать. Они встают на мою защиту. Но на довольно короткое время. Так, зомбарь, пора тебе выходить, потому что тут уж больно что-то как-то... Все довольно плохо, они уже подошли практически к моему замку. Сейчас мы их немножко оттеснили. Раздражают меня вот эти роботы, если честно. Зеленые попрыгунчики. Фаерболом может дать. Да еще и не туда попал. Ладно, вроде отбились. Так, щитовик для нас никакой проблемы не составляет. Ну что, все. Все, можно сказать, что мы на коне. Добрались до его замка. Армию я уже накопил. Карточку забрал. Так, дайте-ка хотел использовать, но не успел. Ладно.
Первый уровень пройден, или второй у нас? Ага, первый. Теперь будет второй. И здесь абсолютно никто нового не добавился у него. Никаких не должно быть проблем. Начинаем со старой схемы. Откапливаем маны себе где-то до 150, чтобы нам хватило на первых наших юнитов. Это рыцарь и пила. Ну, а дальше уже по возможности. Так, где... Так, подождите. Лучника надо прикрыть. Не успели. Не успели. Да успокойтесь вы уже. Что-то как-то больно быстро подходите до моей базы. Мне это не нравится. Мне бы, наверное, знаете, что я думаю, ребята? В ближайшее время нужно заменить лучника моего на какую-нибудь установку или еще что-нибудь. Он уже, по ходу дела, слабоват и сдулся для дальнейших битв. Очень мало хп у него. Очень мало. Поэтому разбирает практически моментально. От любого урона он ложится. Знаете, фаербол вам. Ну что, что, кого мы поставим, ребят? Погнали. Монетка, иди сюда. Робот отдыхает их. И вышел мой главный дядька. Угрюмый, недовольный, в то же время очень злой. Особенно он ненавидит этих жестяных банок. Как я их назвал, консервы. Ну что, последний выстрел? Отлично. Переходим на третий уровень. Кто у него здесь будет, сейчас глянем. Так, с 7 уровня какой-то непонятный покемон. Летающий, наверное, или что-то в этом роде. Покемон, вот назвал же я его, а. Ну, он действительно был похож на какого-то покемона. Сейчас мы его увидим в скором времени. Так, мечники мои пошли. Пила, давай выезжай. Ага, вот и он. Это какой-то чудик. Давай, лучник, подбивай его. Да что ж ты. Он не успевает, интересно, он мне... Нет, он пролетает мимо, даже не трогая моего замка. Слушай, это специфический юнит, который просто влетает, летит по прямой и все обстреливает. Но не трогает, естественно, моего замка. Это и хорошо, и плохо. Да, подбил я его, но он убил моего лучника. Паразит ты такой. Ну что вы там за замес такой, а, устроили? Единственное, я вот еще не могу понять одного. У меня, у мечника был прокачан скилл. Я уж не помню, как он называется. Но я ни разу не видел, чтобы он им воспользовался. Так, сердечко. О, на мою сторону, давай, ребята. Бомбите свою же крепость. Долго он не полетал. Опять эти установки. Ну все, я думаю, что здесь ему будет финиш. Да, довольно что-то как-то больно все легко мы проходим. Никакого сопротивления я не вижу. Если так дело и пойдет, то я ее быренько пройду. Если у нее вообще есть, конечно, прохождение. Я не знаю. Или пока не надоест. Так, получаем 8 уровень. Открываем. Ну, в принципе, ничего хорошего нету, кроме как энергии. И мы можем апнуться. Давайте апнемся и будем продолжать. Лучник у нас. Дальше кто идет? Зомбарь. И последний наш... мертвец. Продолжаем, да, ребят, все? Все, да, больше здесь мы ничего сделать не сможем. Поэтому надо начинать бой. Предпоследний этап. Поехали. Так, начинаем копить ману. Что это у нас за локация такая? Метро. Токсичные отходы везде разлиты. Единственное, я не успел посмотреть, какие здесь будут у нас враги. Ну, пока вижу, что пила и щитоносец. Карточка. Это, в принципе, для нас... Ага, вот, смотрите-ка.
Какой-то новый чудило появился. Ну, довольно слабенький. Это, я так понял, у роботов дальняя атака. Хотя вот этот попрыгунчик, он тоже стреляет лазер. Ну, он покрепче, а этот вообще разбирается на ура. Все замечательно. Значит, никакого сопротивления мы здесь не увидим. Сносим ему по-быренькому замок и переходим к заключительной главе там. Получаем реворд. Единственное, я не помню, у нас энергии-то сколько осталось. Как-то не обратил внимания с этими прапываниями. Ну все, довольно легко и просто, даже ни капельки не напрекся. Так, да, все понятно, 630-135. Опа. А это кто у нас такой? Вот он, кстати, здесь нарисован. Ну, кто он такой, я даже не знаю. Ну, видимо, должен быть здоровым. Надо как можно быстрее всех отстроить, нанести по максимуму урон, чтоб я его даже и не видел. Ну что ты мне вызвал-то своих этих... рожа такая, знаете, напоминает мне из какого-то мультика. Глупое, конечно, сравнение, но этот попугай Кеша-то, знаете. Вот он что-то, чем-то на него смотрит. Карточку я получил этого уродца. Это хорошо, но в принципе он мне не особо нравится, он ватный какой-то. Я даже бы не стал такого брать к себе в армию, если честно. Все что ли? Ну где там босс-то, когда вылезет? Ну я не ожидал, конечно, ребята, что мы так быстро разбомбим его замок, что даже не увидим босса. А я, если честно, хотел поглядеть. Ну что здесь нам сундук роботов даст? Ну, щитоносец и как бы ничего особо хорошего. Ага, мы переходим в земли людей. И у нас мечник и этот ассасин, или как его звать, Рога. И назовем его Рога просто. Должны здесь всех урыть. Никаких проблем не должно у нас возникнуть. Так, мечник на мечник. Вышел Рога. Мы пилу свою вызовем. Моя пила оказалась сильнее. И это меня радует. Да ну, ватные все они. Все они здесь ватные. Абсолютно никакого сопротивления. Прохожу просто на одном дыхании. Даже немножко, если честно, меня это расстраивает. Потому что я хоть как-то хотел повоевать. Какую-то тактику, стратегию. Но, по ходу дела, ближайшие уровни этого мне не светит. Обычно в таких играх как делается? Первые 2-3 уровня, там 4, идут налегке. Потом все усложняется. И ты начинаешь проходить один уровень за другим в обратном направлении, чтобы выбить определенные карточки, усилить своих юнитов. И здесь этого я пока не замечаю. Ну, еще раз повторю, пока. Ну, вот мы и дошли до замка. Замка врага. Сейчас мы фаербольчиком еще. Чем быстрее мы пройдем, тем лучше нам. Готовченко. Так, 450 золота, 135 опыта. Ну, и здесь, в принципе, тоже ничего не поменялось. Добавился только лучник. А лучник, вы сами знаете, вата-ватой. Поехали. Так, давайте до 150, как обычно, набираем маны. Выстраиваем свою первую мощь. Вот она пошла у нас. Так, лучника на прикрытие. Мечник. Шансов здесь нет у него. Это однозначно. Даже пускай и не думает. Нате, выпустите. Рога, ну куда ты лезешь, а? Хотя смотрите-ка. Если он один на один выйдет с мечником, он его уроет. Ну обычно у меня мечник никогда не ходит один. Поэтому я особо сильно не переживаю за этот счет. Даже вызову зомбаря на всякий случай. Мало ли кого надо будет взорвать.
Бам, отдохни. Карточка мечника у нас досталась. А у нас мечник-то прапан. Да, у нас до второго уровня он прапан, и поэтому... Единственное, я не понял, где егоный скилл, который он обучал при апане. Или он в автоматическом режиме срабатывает, или как? Особого я такого не видел. Должен быть, по идее, как оглушение или что-то в этом роде. Ну, по ходу дела, оно пока не срабатывает. Да успокойтесь вы уже, смотрите, что он там делает, а? Вот вам всем крышка. Зомбарь делает свое дело. Но он что-то без остановки уже начал клепать их. Что я даже не успеваю. Вот мы встали сейчас с вами на одном уровне. На одной позиции. И дальше никуда не продвигаемся. Все, продвинулись. Начинаем замок крошить. Ну давай, выходи. Заморозочка. Они поплатились за это. Мой амбал сейчас здесь. Как обычно, я его ввожу. И в этот момент мои уничтожают замок. Специально, что ли, я не знаю. Ну, осталось нам здесь немножко с вами повоевать. Ах, у меня энергии нету. Ну что, ребята, на этом я буду заканчивать свой уровень. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.